Всем привет от Лебедев Family! Давно мы не снимали видео, на то были причины. Свободного времени сейчас очень мало. Днем работаем, вечером учимся. В общем, как-то так. А сейчас мы приехали в магазин Костка. Это большой магазин продуктовый, и не только. И многие из вас спрашивали про цены на продукты в Америке, поэтому в магазине постараемся что-нибудь заснять. Вечером мы планируем съездить в круглосуточную прачечную, потому что тот ландромат, который у нас в доме, он работает до 8, но до 8, конечно, мы постирать не успеваем, поэтому съездим в городской и тоже снимем, как выглядят городские ландроматы. Оставайтесь с нами! Чизкейк из тыквы, $15. Вот такая упаковка перцев, здесь 6 штук, стоит $7. Помидоры, вот за эту целую коробку, $7. 5 фунтов. Вот за такую упаковку. $4.79. Здесь 2 фунта. Пока стоим в очереди, быстренько расскажу, что купили и за сколько. Булочки $8. Здесь 10 штук. Сыр потертый. Здесь 907 грамм. $10. Кусок мяса 17.31. И здесь... Сколько здесь, Лёш? Ну, вот такой кусочек. Здесь 9 паундов. 9 паундов. Так, помидоры уже показывала. Авокадо 6 штучек за $8. Сыр нарезка здесь 4 вида, $10. Вот такая нарезка $10. Рыбная нарезка $10. А кусочек рыбы $22. Вот такой кусок. 4 пасты за $20. Хорошая паста. И Лёша кофта. В общем, кофта $15. Все, это все наши покупки на сегодня. Вся покупка вышла на $153. Мы подъехали к ландромату, который работает 24 часа. Супер вош-центр. Пойдем стираться. Все взял? Здесь тоже нужно купить карточку. Да. Сколько здесь стирка стоит? Маленькая 2,25, да? А, вот расценки. Маленькая, средняя, большая и супер большая стиральная машинка. Вот их сколько. В общем, вот так выглядят городские ландроматы. Стиральные машинки и сушки. А пока мы ждем, когда постираются наши вещи,
Я в машине монтирую видео, которое вы сейчас смотрите. Всем пока, до встречи в новом видео!